Всем привет, с вами Румир. И сегодня мы будем... Что происходит? Что такое? Что происходит? Что такое? Почему я не могу двигать своими конечностями? Почему я наполовину 3D-шный? Почему я могу поворачиваться? Что у меня не так с головой? Почему я так упоротый? А, я понял. Я попал в программу Тонтастик, если не ошибаюсь, это она. Потому что таким упоротым нигде я не могу больше быть. Если... только если в Пайнте. Так, ну и что же мне делать? Что мне делать? Так, а ты тут такой вообще? Это я тебе должен это задавать! Почему ты такой странный? Нет, ты меня слушай! Почему ты говоришь моим голосом? Неважно, почему ты 2D-шный, я тебя зарублю сейчас! И какой смысл? Ох, я сейчас тебе покажу, будет какой смысл! Все, пока ненормальный. Я сейчас тебе покажу ненормального! А ну иди сюда! Так, а теперь где я? Что точно могу заметить, я также остался упорот. По-моему, наверное, на каком-то корабле. Как я здесь вообще оказался? Ладно, посмотрю наверху, может там кто-то будет. Я такой упоротый. Так не поймешь, что за напасть. Иди сюда. Почему ты тоже моим голосом так говоришь? Не пойму, почему ты такой упоротый и 2D-шный? Да я сам не знаю. Как ты сюда попал? Ага, понятно. Ты из леса Мушима, наверное, да? Да, и я не хочу знать, откуда ты это узнал. Ха, ну я не знаю, откуда я это узнал. О боже, он больше упоротый, чем я. Надо быстрее отсюда сваливать. Ай! Да что ты делаешь? Отстань от меня! А, почему я опять упоротый? А ты кто такой? Хотя ты почему 2D-шный? Ладно, познакомлю. Я Джорди, это мой питон. Понятно. А ты откуда? Из лесу мультфильмы? Да, из лесу мультфильмы. Что ты сказал? Сейчас убирайся отсюда, питончик, прячься. Да что я сделал вообще? Я вообще ничего не делал, что тебе от меня надо? Уходи! Тут все что ли сумасшедшие? Уходи отсюда, быстро! Что я вообще сделал? Что я тебе сделал? Вот, например, что я тебе сделал? Что я тебе сделал? Отвечай, что ты молчишь? Что я тебе сделал? Ты ничего мне не сделал, ты изрисуй мультфильм, вот отсюда! Убегай, правильно делай, убегай! О! Ура! Белый фон! Ну я также остался упорот. Почему? Почему я до сих пор упоротый? Потому что ты не в лесу мультфильмы! Получай! А! Чё, ненормальный совсем? На! Ай, больно! Слушай, оставь меня в покое! Отстань от меня! Я всего лишь хочу в лесу мультфильмы! Обратно! Ты меня ненормальным называешь, а потом еще домой хочешь! Так, а ты еще кто такая? Почему ты орешь как скромник? Так, ну выпустите меня! Это не смешно! Так. Это можно поместить в мне, в лабораторию. Посмотрим, что я здесь из него сделаю. Доктор, вы что ли совсем? Вы полностью мой голос копируете? Ай! Что ты делаешь? Ай! Ой, на! Так, щелкнули с лазером не хватало. Ай! Я в лесу мультфильмы, я могу двигаться. У меня нормально все с головой. Я в лесу мультфильмы. Ура!